коротенькое видео, дабы оценить плотность трафика на автобане во Франции в 7 вечера. Мы идем около 90, быстрее машина не едет, да и нельзя, если честно. Мы где-то 100 километров от Эпинала, едем из Люксембурга. Ну и вы можете видеть, что чихнуть на автобане просто негде. Машины едут навстречу, машины едут в сторону Парижа. Весь поток движется 90 до 100. Машин очень много. И по сравнению с Германией их очень мало. Обратите внимание, какая бывает красота в Германии на автобане днем в обеденный перерыв. Три полосы можно обгонять. И никого. И это вот, ребята, то, что вы видите сейчас машины, сейчас в Германии, здесь. Мы находимся недалеко от Кёльна, от Люксембурга, на трассе номер 3. Едем в сторону Базеля швейцарского. Ехать нам еще 400 километров до него. Суть не в этом. Вот сейчас вы видите машины, так вот это называется пусто. Сейчас здесь на автобане пусто. Совершенно.